Всем привет, мои девочки! Мы на дачу приехали кормить курочек, собачку. Люся! Люся! Что-то Люся не подходит к воротам. А, вот она стучит. Люся! Я покажу ей. Люся! Люсечка! Мой тапок валяется! Откуда она его взяла? А, Сереж? Ну, ё-моё. Забери, а. Капец. Дурочка. Чё, оголодала бедняжечка, да? Оголодала бедняжечка. Отойди. Люся, покажи морду. Люся, ну, личико свое покажи, гульчатай. Она есть хочет. Есть хочет бедненькую девочку. Ешь, ешь, ешь. Вкусняшечки. Ешь, моя хорошая, пока тепленько. Где тепленько? В машине всю ночь стояла. Да ты что, а не растаяла? Ой, не замерзла? На улице тепло сегодня, ага. Ну все, 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 все. Сумасшедший. Ужас какой. Ой, как хорошо на улке. Ветер. Хорошо на улке. Ручеёчек наш бежит, бежит ручей, лежит мужик ничей. Журчат ручьи, а у нас не весной журчат ручьи, как журчит. Хорошо смотрел бы вечно. Тихо. Колесики. Точках были. Надо было обломать, оставили.
узнали, как классно тут. Как дышится здорово. Вкусно. Вкусно. Ну че ты, поиграем в футбол. Сейчас меня закидаешь снегом. Потом в магазин. Ветром дверь хлопается. Поедем сейчас за едой, за пшеницей. Курам кончилось, нечем кормить. Кушают, яички нам несут. Начали нестись. То вообще было 2-3 яичка, сейчас начали нестись. Молодцы девочки. Ладно, поехали мы. Поехали к метро ближе. В метро зайдем, тогда шампанское детское купим.
сегодня елку будем, наверное, ставить. О, какие шары, гляньте. Ой, красавцы какие. Ой, красота. Синий мой любимый цвет. Синий, красный. 1499, один шар. Такие вот дела. Красота, цена, красота. Ну, елочки какие. Я сегодня купила сковородку себе блинную. Шоколадки акции. Вот, девочки, сковородка. Какая вот. 700. 700 с чем-то. Почти 800. Но там было 900 с чем-то. Сказали, та лучше. Это гладенькая, та была прям тут шершавая. Ну, что-то мне вот это больше понравилось. Сказали, та прям вообще лучше. Та тысяча, здесь это почти 800. Не знаю, мне что это понравилось. Я это взяла. Надо еще одну, я ж не люблю на одной стряпать. На четырех, на трех. Вот. Еще потом куплю такой, пока денег нет. Буду на это, еще на других там. Вот. Не знаю, отлежусь. Нет, сегодня надо блины постряпать свои. И вообще варить надо супчик какой-то покушать. Ничего нет. У меня сил нету. Посуду помыла и прям упадок. Я не могу, устала уже. Не знаю, что такое, может, на погоду. У нас погода резко упала. 5 градусов. Прям тепло, тепло. А так, когда? На неделе будет 39. 29, а потом 39 сразу. Такие дела. Ну ладно, девочки. Блин, я буду, может быть, стряпать, если увидимся. Сейчас какой-нибудь супец сварю, своим покушать.